Нарве отметили 33-ю годовщину вывода советских войск из Афганистана. Ветераны афганской войны, а также члены городского собрания Нарвы и мэр города сегодня возложили цветы к памятнику воинам-интернационалистам, почтив память погибших в Афганистане нарвитян. Для Эстонии цена этой войны была высока. В Афганистан отсюда было призвано свыше 1500 человек. 36 из них не вернулись домой. В период Второй войны в Афганистане с 2004 по 2014 год погибли 11 эстоноземельцев.